Ну что, друзья, утро в Париже началось. Едем туда, где выставка автомобильная. В Париже осень уже. Ну, надо сказать, осень теплая, 20 градусов сегодня. Идем с вами на трамвай, а далее на РОР, потом пересадка на метро, в пути 1:10. Да, забыл сказать, что переехал жить в пригород Парижа, 20 километров от центра. Скажем так, в глушь, в деревню, спокойную жизнь. С вами билет туда-обратно, Париж Сен-Жерман, 10 евро. Все отдано на самообслуживание. Так, чек, да, чек. Окей. Кто не может подняться по ступенькам, предусмотрим лифт. Кстати, очень удобное метро. Люди, которые бывают в Париже, рассказывают, что метро не очень приспособлено на путешествие. Я вам скажу, очень приспособлено. Покупаешь билет единый, получается, пригородной электричкой, РОР, трамвай, плюс метро. Все это работает на едином билете. Через 9 мой билет. Билет. Трамвай. Вы не поверите, эту дорогу строили 30 лет. Ну, строили ее, конечно, быстрее, но 30 лет ушло на согласование документов с зелеными, с коммунами совместными. Так вот здесь работает бюрократический механизм. И запустили его в июле месяце этого года. Уже и поколение трамваев сменилось. Здрасте. Ребята, военный городок, ДОС, дома офицерского состава. Рядом ихняя часть находится, охраняемая. А это вот тренировочный центр футбольного клуба «Париж Сен-Жерман». Ситуацию.
terminus de ce train. N'oubliez pas vos sacs et bagages avant de descendre. Transilien SNCF et Île-de-France Mobilité vous souhaite une agréable journée. Единый билет. Правда, на полтора часа. Можешь пользоваться метро, автобусами, пригородными электричками. Но ровно через полтора часа ты превратишься в тыкву. Будьте внимательны и сохраняйте билет до окончания поездки. Через 10 минут пригородный поезд РР. И я еду до станции Шар-де-Голь-Этуаль. Потом буду пересаживаться на метро первой линии. Ну и там далее на 13-ю. Обязательно сохраняйте билеты до конца поездки. Отправляемся со станции. Начинаем свое движение в Париж. На экране показывают, какие станции. Конечная станция этого направления — это у нас Диснейленд, да? Подъезде к Парижу пригородный поезд идет на землю, но подъезжая к Парижу, он опускается под землю, и больше мы его никогда не видим в самом Париже. Все происходит под землей, и все станции в метро согласуются с РОР тоже под землей. Спускаемся под землю.
Как вы и сами, наверное, уже обратили внимание, в отличие от московского метро, вы здесь не встретите ни одной бабушки на станции на турникете, ни одного опорного полицейского пункта с нарядом в 10 человек. Все отдано на самосознание. Но у кого это самосознание находится в состоянии дарвинизма, для них работают группы контролеров на линии. При отсутствии билета вас оштрафуют на сумму 135 евро. И если нужен будет патруль полиции, он прибудет в метро за считанные секунды. Все работает как швейцарские часы. Как-то так. Используйте парижское метро, очень удобно для вашего путешествия. Всем пока. Вуаля. Мандюаль, кто?